Лето, лето, солнце, девочки, пиво, а я разжигаю костер. Лето, лето. Это блог про лето. На самом деле мне лень снимать такое видео, потому что вчера то же самое происходило, когда мне было на самом деле уже наплевать на YouTube. Мне вообще уже надоели хейтеры, подписчики. И особенно мне надоело, когда меня троллят в комментариях. Да, кстати, критика и хейт – это тема актуальна для любого блогера, для YouTube, мне кажется, это очень актуально, когда троллят своего уже блогера. Вот, и все думают, что я дурак, а мои подписчики самые умные. Вот. Но это, в принципе, нормально, тема, мне кажется, открыта. Вот, я просто не понимаю, зачем меня троллить, ведь любой блогер, он практически, ну не практически, он открытый, то есть он старается быть искренним к своим подписчикам, он ждет, естественно, лайки, хорошие комментарии, а вы начинаете его критиковать и хейт, и у меня в голове получается каша, я не понимаю, где критика, а где хейт. Да ладно, давайте говорить про лето. Я еще раз повторю, что мне лень снимать своего рода, ну, формата такого видео, говорить про лето, ну, я считаю, это необходимо, но я с большим опозданием снимаю такое видео. Я должен про это был рассказать 1 июня. Но, скорее всего, мне было не до лета, потому что лето в Латвии было, ну, в начале сезона были дожди практически. Все ждали, когда наступит лето, я смотрю вот на погоду, и погода наконец-то стала нормальная, как и должна была быть где-то в конце мая, где-то солнышко, и не должно было вообще никаких быть дождей. В общем, все ждут, ну, наверное, вы ждете жару. В прошлых видео, кто знает из моих старых подписчиков, я говорил, что вы хотите успеть летом, и что... Какое вы хотите написать сочинение, как вы провели этим летом. Обязательно про это подумайте, потому что большинство из вас это молодые люди, которым уже, скорее всего, есть 18 лет, либо вам уже где-то 19-20 лет. Поэтому напишите сочинение, как вы проведете этим летом. Это очень важно. Напишите, что вы все лето провели в айфоне, напишите, что вы играли в Dota 2, или напишите, если ты там девушка, а тебе 18, напиши, что ты все лето сидела в ВК и ставила мне лайки, но ты была тайная моя поклонница. Лето. Лето – это время, я считаю, приключения. Это время, когда хочется... Ну, сезон такой, когда хочется многое сделать, чем весной, осенью или зимой. Я это лето не так сильно ждал, потому что для меня, ну, любое время года, это просто время, когда холодно, ты просто хочешь согреться, когда лето, ты думаешь выйти на пляж, куда-нибудь уехать, и хочется чем-то заниматься, но ни работы, ни учебы, а хочется просто уехать отдыхать, отрасти бороду, сесть на лавочку, запить пивко и сидеть там с девочками, и это нормально, в принципе. Лето, лето. Что уже можно еще рассказать про лето? Написать, опять же, сочинение, прочитать какую-нибудь классную книгу, познакомиться с интересными людьми, либо уехать реально за границу и начать новую жизнь. В этом видео я больше ничего не хочу рассказывать про лето. Вы просто можете, как обычно, хейтить меня, комментировать свои тупые комментарии, ненавидеть меня, либо восхищаться мной. А лето уже наступило, и нужно этому радоваться.